Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас продолжение обзора фанового мода 74-й карты. И, конечно же, как вы поняли, сегодня у нас старый морфлинг, и сегодня мы разберем то, что упустили в прошлом видосе. А, кстати, заходите, смотрите прошлые видосы, кому интересно, на вот этих прошлых героев. Ну, а мы пойдем по списку и дальше, конечно же, все будем обозревать. Также сегодня разберем новенькие артефакты и разберем один старенький, так сказать, прошлый раз, который мы неправильно разобрали. Смотрите. Берем морфлинга, сегодня мы узнаем, какие у него способности, по способностям пройдемся немного позже. Давайте сейчас соберем артефакт экономайзер, который в прошлый раз дал нам ВТФ на артефакты. Вроде он нам дал, или омнипотенция дала нам. По-моему, вот этот артефакт фризил, да, а этот нам дал, короче, ВТФ мод. Давайте сейчас напишем LVL UP. Вот так вот, 23 сделаем и соберем сейчас экономайзер, правильно? Правильно, давайте соберем и проверим, как это работает на самом деле. Так, мантия, роба, став, мистик став и гуинсо. Так, значит, мантия, роба, ага, роба, мантия. Далее нам нужен будет хекс, да, и мистик стафи. Мистик стафи, хорошо. И давайте соберем, конечно же, артефакт, который даст нам бесконечный блинк. По карте. Погнали. Берем travel, берем сапог. Мы уже научились. Можно gold, пожалуйста, побольше. Вот так вот. Минус gold. Вот так вот. Побольше. Еще побольше. Хорошо. И берем дагерочки. Берем дагерочки и пойдем сейчас собирать артефакт, который нам давал жесткую тему. А именно. Давал, короче, ВТФ мод нам. Получается так. Так, нам нужен хекс. Хорошо, и мистик, правильно? Все, собрали. И теперь прокачиваем способности. Давайте вот так вот. Вторая способность у морфа это блинк. Да, и действительно, смотрите, кидается у нас ВТФ мод, можно сказать, с этим артефактом. Прикиньте, с артефактом экономайзер все-таки дается вот этот ВТФ мод. Если честно, я сидел, обозревал, я даже и не вкурил. Да тут, в принципе, смотрите. Changes the cost of all spells to one mana point and remove the cooldown. Ну да, тут все написано, не знаю, как я упустил. То есть уменьшает remove, значит, типа переделывает колдауны и типа вся эта фигня улучшается. Не знаю, почему я это не учел. Ну да ладно. В общем, ребятки, давайте по способностям. Что у нас у старого морфлинга? Первая способность это у нас такое фановое вейв, которая просто наносит урон. Она у нас летит на расстоянии где-то примерно косарик. Она просто наносит урон, 300 урона на ласт уровне. В принципе, ничего необычного в этой способности нету. Вторая способность это у нас блинк. Блинк как у антимага, просто вы блинкуетесь и все у вас хорошо. Третья способность это, конечно же, как же у нас без перекачки. Но тут перекачка, если честно, мне не нравится. Знаете почему? Потому что она не такая, как в игре. То есть, посмотрите, она, в принципе, также все перегоняет ловкость там в интеллект. Ой, в интеллект. Ловкость в силу и силу в интеллект. Но она перекачивает вот так вот. Тык, тык, тык. Если в обычной игре она перекачивает вот так, тык, 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 то это, конечно, потяжелее вот эта механика работы. То есть, посекундно он перекачивает по 10, там, сколько, по 8 атрибутов. Но это, если честно, мне не нравится. Ну и самое интересное, что здесь есть у морфа, это, конечно же, та способность, которая у нас имеет четвертое место. Это, соответственно, ультимейт. Ультимейт у нас позволяет украсть способность, которую на нас закастовали. Это прикольно. Давайте сейчас вкачаем. Мы его вкачали. И тут есть такая тема. Его нужно включать, чтобы вот этот статус был. И когда на вас что-то нажмут, то, соответственно, вы... вот, смотрите. Опа. А, экзорт. Смотрите, экзорт сферу я украл, получается, да? Отлично. Экзорт сферу украл. По идее, когда вот... юзануть что-то, вот у меня было, я тестил уже, на меня юзали способности, а не рядом юзали, и тогда я воровал способность. Не знаю, почему я украл экзорт, о, квас украл, хорошо, но форжета я почему-то не украл, странно, почему, ну типа форжет это ж не направленное, правильно, ну гоу, поменяем позицию. Сейчас посмотрим. Опа, Dark Pact. А, получается рядом, когда юзает, получается тогда именно и ворует. Я украл Dark Pact сейчас у Сларка. Очень интересно. Кстати, могу постоянно поспамлить и... Боже, это ржачно. Я не знаю, типа, вы крадете способность, которую юзали, получается, рядом. О, прыжочек украл. Морф прыгнул так смешно. Забавно. Смотрите, какой прыжок у Морфа. Если честно, бредово выглядит. Ну, я сейчас хочу посмотреть, что если эскаченька станет на меня... О, подкопчик. Хорошо, я тоже умею этот подкоп делать. Получается, если рядом кто-то кастует... Ну, там вообще не написано насчет ауры вот это, да? Получается, смотрите, морфлинг will learn, то есть изучит морфлинг какую-то способность, которая была на него наюзана, написана вот конкретно. И то есть, получается, если
На меня, то есть, получается, Сларк, получается, на меня юзал или как? А как я сферу тогда украл? Вот это немного непонятно. Но, в принципе, подкопчик у нас есть. Гоу тогда. Вот так вот сделаем. Опа, смотри, что могу. Хорошо. На W. А, подождите, а почему? У меня же W это вейва. А в смысле, почему подкоп юзается? Подкоп же на Е. Я не понял, а это если заюзаю? Лол, он не дает мне вейвой пользоваться. Что за бред? Я вообще не вкурил, в чем прикол. То есть, смотрите, получается, если я так нажимаю, это должен быть подкоп. И так нажимаю, должна быть вейва. А у меня почему-то стал подкопом этот спелл. Ну давайте, окей. Ага, книжку украл. А что могу преобразовать? Ага, преобразовал в экзорт. Хорошо. Прекрасно. С инвокером очень интересно иметь дело. А что, теперь вейва будет, да? Вот, теперь вейва есть. Хорошо. Инвокер будет интересно что-нибудь еще кастить? Ну, инвокер это старый, кстати. Инвокер тут, не знаю, будет ли он что-то еще кастовать. Ну, я не знаю, как это, почему экзорт воруется. Интересно, дает ли мне что-то экзорт вообще так? Вот Cold Snap дали, опять книжка. Ой, санстрайки. Смотри, как умею инвокера кайтить. Книжку можно нажму? Что-нибудь преобразовать можно? Ну, давайте ВВЕ. Окей, ВВЕ. И чё, и вся книжка не работает. Короче, непонятная тема. Почему это так именно работает на инвокера, немного не вкуриваю. Ну да ладно. Погнали тогда на топ, попробуем, может, что-то у Люкантропа подспендрить. Не знаю, это фановая тема, если честно. Типа, ну, с инвокером это хреново работает, потому что у него нечего воровать, да, по сути, вот таргетно. Вот Сларк, смотрите, минжуется что-то. Давайте подеремся. Люкантроп, будет ли что-то давать? Сларк нажмет что-нибудь. Книжка, а то книжка ничего не дает. Книжка ничего не дает абсолютно. Так, Сларк меня атакует. Хорошо, я типа такой, я туплю, упираюсь в крипа. Сларк что-нибудь нажмет сегодня? О, хоулы. Хорошо. Я понял, зачем это сделано. Типа, знаете, что можно отключить. Типа, вы что-то своровали и этим пользуетесь. То есть, когда вы включаете, тогда вы можете вот так вот, ну, украсть, образно говоря, волков. О, и хорошо вот так вот и пошло. А потом раз, включили и что-то своруете, что, так сказать, будет, о, вот, предначертано судьбой, как говорится. И Dark Pact я тоже украл. И могу диспелить с себя какую-нибудь срань. Вот так вот это и работает. Ну, если честно, это прикольно. Это прикольно. То есть, можно вот так вот что-то сделать как-то. Что-то подворовать, и все будет огонек. Окей, давайте сходим на базу, подрегенимся. И, не знаю, если честно, тут воровать нечего, походу. Да, сейчас попробуем у Дестра что-нибудь украсть. И сейчас соберем новенький артефакт. А именно, что мы будем собирать? Heroes Bow мы соберем, так как у нас персонаж Ловкач. Соответственно, мы сейчас что-нибудь с этим артефактом придумаем. И досконально его будем изучать. Почитаем все, и чтобы все у нас было хорошо. И вот этот соберем. Генджи Глоус. Хорошо, давайте сначала Боус соберем. Так, The Butterfly, Иглхорн, Demonage, Hyperstone. Butterfly, хорошо, у нас Butterfly собирается, насколько я знаю. Так, а у нас Ивасин тут на базе, я помню, хорошо. Берем, собираем Butterfly, Иглхорн. Далее, что у нас нужно? Иглхорн, Demonage, Hyperstone. Demonage и Hyperstone. Хорошо, получается у нас Heroes Bow. Так, у нас есть тут какой-то колдаун, смотрите, что у нас делает в целом этот артефакт. Юзает что-то там, что-то мифический герой, понятно, окей, дает 75 ловкости, 100 дамага, 150 increase attack speed, 50% Ивасин. И абилки ту 1000 damage light arrow, какая-то типа выстрел что ли какой-то должен, давайте проверим. Окей, на инвокере проверим тогда, нажимаем на инвока. И летит такая, действительно, да, ароу какая-то, и она наносит 1000 дэмэйдж. Ну, если честно, сейчас, окей, проверим еще раз. Так, у нас тут 700 хп. Этот пацан и 600 этот. Давайте юзаем Heroes Bow. Ну, типа, выстрел со стрелы там получается. Ну, написано cast range damage light arrow. Кидает, типа, ну, light, типа, светлая, что ли, какая-то. Не светящая, но свет вообще. Light это свет, типа, да, и кидает такую вот ароу небольшую. Ну, типа, знаете, такой дэмэдж, получается, дэмэдж-артефакт, который вы можете использовать в драке. То есть, допустим, вы там раз закинули просто и наносит урон. Наносит урон магический, я смотрю, потому что хп там остается. Дамажит, конечно, дамажит с этим артефактом очень люто, походу, да, потому что он... Ну, это артефакт чисто для ловкачей. Если я еще перекачаю все в ловкость, да, то есть, допустим, вот пошла у нас ловкость, то я, наверное, буду очень лютым. Сейчас посмотрим. Это тем жалко, что нету критов встроенных в этой теме, потому что это было бы вообще имбово. Так, хорошо, этот артефакт посмотрели. В общем, этот артефакт прикольный. Прикольный тем, что можно там дополнительно раздамажить. То есть для ловкача собрали, и дополнительная кнопочка есть для раздамага. Но все-таки с Блудсвордом для силачей это, мне кажется, сравниться не может. Окей, смотрим далее. Смотрите, Genji Glows, Shippers Agility, Boots of Evelynx, Blade Alacrity, Evilhorn Butterfly.
Хорошо, значит, нам нужно собрать сначала баттерфляй, потом взять еще иглхорн. Ага, минус голд, вот так вот делаем. Хорошо, иглхорн. Отлично, далее, смотри, есть низ, блейд, бутс, шиперс, все, хорошо. Выкладываем эти артефакты, получается у нас этот, этот и этот, все. И получается у нас Генджи Глоус. Что у нас дает Генджи Глоус? Генджи Глоус у нас будет давать 100 ловкости, дабл страйк и резо кукен. Какой-то резо кукен, пассивное какое-то срабатывает. Ну, дабл страйк, я понимаю, это крит. Должен быть крит. И какой-то Ренза Кукин пассивный еще должен быть какой-то у нас. Этот артефакт не кликабельный сразу. Мы проверяем, уже не будем наступать на эти грабли. И погнали к Рошану, наверное, потестим всю эту контору. Давайте немного снизим наш дамаг. Потому что дамаг... Кстати, обратите внимание, дамага не так уж и много. У нас 275 по меркам доты, это немного. Так, дабл страйки. Ага, каждый удар у нас идет микробаш. То есть это получается какой-то МКБ. А если я еще МКБ до кучи возьму, это по идее должно стакаться. Давайте прикольнемся и соберем. Хорошо, мы поняли, короче, что у нас этот артефакт, где он? Генджи Глоус. Мини-стан. А, ну вот, все написано. Смотрите, increase скорость атаки до максимума and mini-stuns enemies on each attack. Каждую атаку вы будете также еще накладывать мини-стан. Да, тут все написано. Все, просто забываю, ребятки, эту тему. Так сказать, каждый моментик уловить. И это немного так на обзорах подруинивает, потому что в комментариях потом ребятки пишут. Да, жестко. Смотрите, еще сейчас МКБшка будет прокать, да, еще МКБшка, походу, прокает. И вообще получается так, что бедные крипы. Ну, на этих, кстати, смотрите, на иммунов не работает. На иммунов не работает. Давайте сейчас все перекачаем у нас в силу. Надо в силу, ребятки, не в ловкость. Погнали в силу, потому что нужно уменьшить здесь дамаг, чтобы хотя бы... Хотя я могу минус... как там? Минус голд... Минус голд аул, допустим, 15 раз, 2, 3, да, вот так вот будет, да, по идее, минус голд аул, 15 тысяч. И давайте сейчас на таверну отправим кого-нибудь. Он мини-станы вылетает постоянно, сейчас ребята, наверное, приоденутся, если что, когда реснутся, и мы посмотрим эту тему еще доскональней. И соберем, наверное, еще какой-нибудь артефакт, так, можно тпхнуться. Опа, кстати, бласт, видели? А, я выключил же. Опа, инвиз сделал, а я вот так умею, а я не умею. Хорошо, не буду пытаться его убить. Блин, инвокер только что кнопки нажал, и была возможность что-то украсть. Так, волчары у меня есть, Dark Pact есть, хорошо. Shadow Dance я украсть не могу. Прыжочек, все, прыжочек у меня, это хорошая вещь. О, шейпшифт! Я шейпшифт украл. По идее, у меня криты должны быть встроены еще сейчас. 960 крит вылетел. Я шейпшифт украл, видели? Но он, кстати, пропал сразу же, смотрите. Блин, это прикольно. Прикиньте, то есть, что можно еще интересно украсть этим морфлингом, чтобы было прям по-жесткому. О, смотрите, сатиры в Изи Кэмпе, это... О, чего? Чего? Что? Почему я в волка превратился? Кстати, передвигаюсь медленнее. Ладно, все, вопросов нету. Хорошо. О, Shadow Dance украл. Хорошо, я не понимаю, как это работает, если честно. И... Жесть, ну все, по идее, ага, и морф, смотрите, морф какого цвета стал. Что тут происходит? Сларк байбэкнулся, рейдж ББ у Сларка. Так, подожди, я тоже так умею. А еще у меня на W подкоп. Странная хрень, если сейчас, кстати, СК закупился. Да, закупился СК, значит, сработало то, что я написал. Давайте внизу попробуем что-то украсть. О, астральчик украл на Т, да? Оп, хорошо, работает. Ой, себя нажал случайно. Ой, опять? Что? Чего? Чего? Все, я багнулся, походу, да? О, я этот украл. Векс. Векс украл, пацаны. Гоу, вексан нажимаем. Ну, векс не работает, походу. Ну-ка, че еще можно украсть? А ну-ка, станите, пацаны, что-нибудь. Экзорт мне неинтересно. Векс опять украл. Ой, хекс дает. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. На санстрайк не хочу. Я тебя сейчас с лука убью. Еще. Опа, все, братан, до свидания. Хорошо. Так, ладно, это мы поняли. Конечно, без экономайзера было бы намного тяжелее, наверное, двигаться. Посмотрим, что у нас тут есть еще для ловкача. Смотрите, это у нас тут для ловкачей-силачей. Для... Так, в целом мы разобрали, какие артефакты. Давайте разберем. Раз, два, три, четыре артефакта разобрали. Пять, шесть, семь, восемь артефакта разобрали. У нас остается два артефакта еще. Эти артефакты у нас остаются. Центральный какой-то артефакт, который... Также подходит одинаково для силачей, ловкачей и интеллекта. И остается для танков. Следующий герой какой у нас? Рикимару. Это ловкость. А потом идет у нас сила. Давайте тогда на два выпуска еще разобьем. Вот этот артефакт оставим на выпуск, когда будет пуч. А этот артефакт, вот этот, где он? Который мы там не разобрали еще. О, я забыл. Все, вот этот на выпуск с Рикимару оставим. А вот этот оставим на выпуск с пуджом.
Так что вот такая вот тема, ребятки. Ну и в целом давайте, наверное, заканчивать эту катку. В принципе, по артефактам мы тут все поняли, как у нас работает. И морг, кстати, прикольный. Получается, он ворует. Но мне не дается, кстати, вот это ничего, да, походу. Давайте вообще посмотрим. А, я не могу выложить даже. А в смысле? Не удалось выложить артефакт. Вот так, наверное, можно будет. А, нет, нельзя. Странно, очень странно. Пойдемте наверх. Включили мы спеллкасты. О, волки. Гребаные волки. Ну-ка, стой, браконьер. Нормально. Задышили. Го тогда по центральной. Кого там, Сларка, кого там убивать. Волков создаем тут и пушаем. Стой, у меня тоже прыжок есть. Я догоню тебя. Го додушивать. Не знаю, слишком имбалансная тема получается. Так, опять я квас украл. Кстати, квас будет давать. Не дает он урона. Квас же тут дает урон, кстати, в этой карте. Но не дает он почему-то. Очень странно. Так что погнали вносить эту каточку. Если честно, такая тема прикольная. Так, у нас тут, походу, актив, да, True Strike. То есть, как на МКБшках можно выключать и включать, True Strike у нас тут также есть. В принципе, ребятки, герой простенький, ничего тут сверхъестественного нету. Он, в принципе, можно даже сказать, балансный, потому что у него нету сверх каких-то жестких магий. У него есть просто там блинк, образно блинк, и все, больше у него, в принципе, тут ничего нету. При сборе каких-то артефактов, конечно, лютая тема. О, старый люкантроп, у него мгновенно форма. Кстати, я украл эту форму, погнали. О, кстати, у меня одна перекачка исчезла, посмотрите, ребят. Багнулась, да? Это, походу, из-за шейпшифта, да, наверное? Вот, да. Хорошо, я сейчас в шейпшифте, если что. У меня сейчас, по идее, должны быть еще и лютые криты. Но у меня криты, по идее, тут с какого-то артефакта должны быть. Сейчас вот это, по-моему, да? Gain 100 agility increase, узнаем, вес атака максимум. Нет, мини-станы, нет. И тут у нас 15 increase attack speed. True Strike. Это у нас True Strike должен касаться. Блин, смотрите, я опять в волке, типа. Очень непонятная тема, как это работает. Давайте почитаем еще True Strike. Ваши атаки никогда не будут промахом. 35% это chance deal 100 бонус damage. Но это МКБ-ха наша обычная, то есть тут никаких нету. Дает там вообще, что там по описанию? Я хочу посмотреть, должен быть ли у меня крит, то есть люкантропа крит работает или нет. Мы собрали у нас Heroes Bow, он у нас дает Evasion, Light, а, это понятно, это разобрали, хорошо. Ловко, Double Strike пассива, то есть Genji Glows должен нам давать страйк пассивный, то есть критуля у нас должна быть пассивная. Ритуля пассивная должна быть. То есть, смотрите, вот тычки даю, и нету у нас, да, нету критов. Сейчас мы чуть-чуть перебазируемся. Опа, все, должны быть у нас криты. Давайте смотреть. То, что True Strike, микростаны, это понятно. Но тут должны быть еще и криты. Очень странная тема, почему? Ну, видимо, может, что-то я не так допонимаю, но критов тут нету. Там же написано Double Strike. Вот промахи есть, это понятно, но критов нету. Опа, все, пошло дело. СК кастует, Радиенс и Души. Давайте еще раз почитаем, может что-то я не так понял. Но в любом случае вы в комментариях все равно напишите, что мы не так дотестили. Смотрите, Рензо Кукен, это понятно. И Дабл Страйк. Дабл Страйк, возможно, это у нас не крит получается, а вот этот микростан, который у нас есть. Тогда почему называется Дабл Страйк? То есть двойной типа, ну не удар, а получается страйк типа, ну атака, что не двойная атака, как страйк, я не могу вот это сейчас, я знаю, что это означает, но не могу подобрать слово, что это такое, и ломаю в принципе трончик, погнали. Таркпакт у нас тут есть. Опа, прыжочек инвокера цепляй, блинкуй, лук закидывай, опа, сейчас кнопки от инвока будут. Кстати, инвока ничего путнего так и не украли, странная тема, ну да ладно. В целом, обзорчик на этого героя, ребятки, подходит к концу. У нас пообозревали мы немного этого персонажа. Разобрали немного артефактов. Не забывайте, что следующие артефакты мы будем разбирать на две серии. На две серии, то есть следующая серия у нас будет на Рикимару, а потом будет уже на Пуджа. То есть, кому интересно, это, ребятки, эти видосики будут... Я буду стараться эти видосы выпускать каждый день, потому что они не сильно трудоемкие. Просто обзор и, так сказать, чил, тот самый обзор, когда мы пытались, учились, смотрели что-то. И, в принципе, этот обзор у нас подходит к концу. Не забывайте про прошлые выпуски. И, конечно же, пишите свое мнение по поводу артефактов, которые мы собрали. Этот МКБ, который мы собрали, это обычный МКБ, ничего страшного тут нет. Нету. Вот эти артефакты Bow и, конечно же, Genji Glows. Очень Bow, кстати, прикольный артефакт для ловкача. То есть 50% Evasion, уж извините, и скорость атаки максимальная. Это очень круто. Не считая той обилки, которая нам добавляется, что мы можем закинуть такую, такой свет какой-то, который нанесет урон. 1000 дамаги, к слову. Ну и, конечно же, Genji Glows тоже прикольный артефакт.
тоже максимум атак спида и мини-станы. Просто способность, которая как у снайпера хедшоты, типа, ну это только еще круче. Тут еще будет у нас 100 ловкости, это значит, что очень сильно скаканет у нас еще и урон. Вот такие вот у нас, ребятки, предметы. Вот такой вот был старый морф у нас. На этом, ребятки, все. Не забывайте смотреть прошлые видосы, конечно же. Комментируйте, что вам тут понравилось, что не понравилось. Ну и на этом все. С вами был Ксенозис, ребятки, и до скорого.